Yes, yes, yes. Всем привет, друзья, с вами снова Мэфик. Мы находимся с вами в городе Тайчжун, это середина Тайваня, река Талиси. На самом деле, рыбалил я в этом месте выше по течению, где-то километров в 5, и ниже по течению, где она впадает в реку Вуси. Вот, в целом, город, на самом деле, ну, довольно грязно, река такая грязноватая, конечно, мутная, вот, но... Тем не менее, рыбы здесь очень много, и рыбы интересные. Здесь есть амурский сом, за которым мы сегодня, друзья, с вами будем охотиться. Но не только здесь амурский сом присутствует, есть еще верхогляд, всякая тиляпия и так далее, и так далее, и так далее, даже снейкхед, змееголов. Но цель, друзья, сегодня – амурский сом. Погнали! Огромная благодарность спонсорам канала. Нажимай кнопку «Спонсировать», поддержи канал, получи плюшек, увековечь себя в титрах к видео. Ребятушки, не так уж и часто я езжу на рыбалку днем, но вот сегодня получилось у меня это сделать. Обычно вся моя дорога — это ночь, ночь, ночь. Ничего не видно, ни красот тебе, ну вот, ни гор, в общем-то, ни закатов, ни рассветов. А сейчас день, я еду на середину Тайваня, в город Тайчжун. Там мы встречаемся с ребятами и будем ловить. Что интересно, сама. Несколько точек будет. Вот. Ничего с собой особо не брал. Взял свой лайтовый спиннинг. Блесенки, может, микроджиг, что-то вот такое. На самом деле даже не было времени подготовиться. Но, тем не менее, надеюсь, рыбалка будет удачна. Хотелось бы ловить, честно говоря, сомов. Давно их не ловил. Так, ребятушки, ну вы приехали. Вот они, ребята, вот они. Ха-ха-ха-ха. Савье. Эй, 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 what's up? Мак. Эй, бери. Эй, Трэй, хай. Long time no see, guys. Yes, definitely. Yeah. Ребятушки, насколько вот помогает мне, блин, акватик. Я вот еще одну заказал сумку. Классная сумка для вейдерсов. Вот у меня одна прям конкретно используется именно для вейдерсов. Видите, здесь вот ботинки вейдерсы лежат. Вот. Ну, а вторая... В ней я всегда вот тоже вещи как бы ношу. Очень классно, очень удобно. Всем советую. Блин, классная сумка. И еще одна классная штука — это носок для спиннинга. Тоже вот для себя открыл недавно. У меня вот от Херти Райса, но это, собственно, не важно. Он такого, из такого материала прикольного сделал. Тоже классно, всем советую. Ссылка в описании. Так, ну что, ребятушки, мы на месте. Здесь вот чистая вода. Но, к сожалению... Наша точка не здесь, наша точка дальше. Есть! Ах ты! Another bite! Ребятушки, вторая поклевка. Сначала рыбку подержал одну, сейчас вот еще поклевочка была, и все в одном месте. Там такое ощущение, что локальная ямка. Ну что, побежали! Стритфишинг в больших городах на Тайване – это не бетонные набережные. Почти всегда это дикая река, хоть и немного грязная. Странно, но бетонных набережных здесь довольно мало. Ах ты, поклевка, блин! There's something on the... On the stream, you know, in the center. Yeah. Just outside the castle. Да, ребятушки, crazy fish. Nimble. Мелкий. Что-то дернуло, какая-то рыбка.
Есть! Есть! Да! Это Skygazer! Ах, ушел! Like this big! Yeah! Блин, ребятушки! Верхогляд хороший был такой, наверное, грамм 600. Хорошего размера. Я уже думал было уходить с этой точки. Что-то не по клевке вообще. И тут бам. Но они, походу, стоят на струе, вот там вот в середине, на камнях. Уаш! Да, ребят, вот это прыжок, видели, да? Вот этот верхогляд. Блин, я никогда не слышал, чтобы верхогляд прыгал, на самом деле. Who's that? Oh, it's a Jagger. Got that. I'm here. First fish of the morning. Yeah, there you go. First little fish of the morning is a little Jaguar cichlid. А вот и моя рыбочка. Тиляпия. Ну, на VIP. VIP цуриное, кстати. What was that? I don't know. Something big. It was big. Yeah. Yes. Вот это хороший, ребятушки. Вот это хороший. Skygazer, по-моему. Yep. Да. Это, ребята, Skygazer. Yes, resident fish. The Max just got the target species of today, one of them. Yes, boy! Ребятушки, наконец-то! Yes! Такое количество поклевок просто невозможно. Но... Ху! На крючке. Ну вот, ребятушки, так называемый President Fish или Skygazer. Соответственно, по-русски он называется верхогляд, потому что смотрит вверх с большим довольно ртом. И, в общем, взял на VIP. Мы все еще охотимся за самом. Но, тем не менее, вот она, рыбочка. Тоже, в принципе, цель сегодня верхогляд. Да! Бай-бай. Well done, bro. Got it.
Ребятушки, вода мутная. И, ну, в общем, я пробовал как бы и вот этот галп от Беркли. Он очень такой вонючий, хорошо привлекает рыбу. Но были поклевки, конечно. Вот, но как-то большая вот рыба почему-то не хотела брать. И вот думаю, а дай-ка я поставлю в вип. Есть у меня випчик вот от Цуриноя. Вот он. Давайте я вам покажу его. Это, наверное, единственный вип такой более-менее. Так называемая цикада. Хороший размерчик, хороший цвет. В целом цвет у виба особо не важен, потому что он действует на боковую линию рыбы и привлекает именно своей вибрацией. Ну, две поклевки хороших сейчас вот было. Одну реализовал. Ну, отлично. Дело пошло. Так, ну, вроде пока поклевок не было больше на вип. Давайте, ребяточки, все-таки попробуем сама соблазнить. Сейчас опять вернусь на галп берклевский. Он как раз там промочился. И попробуем. Воняет он, конечно, зверски просто. Got a bite. Yes. It's a sky gazer. Sky gazer. Yeah. Yes, another one, boy. It's crazy. Resident fish. Yes. Yep, in. Good one, man. That's a very good fish. It's a little better than the one before. Галп в действии, друзья. И хороший. Смотрите, какой серебристый верхоглядец. Вкусная рыба на самом деле, но, блин, отсюда его брать, честно говоря, я бы не стал. Пока. Ну, ребяточки, уже почти полдень, скоро обед. Вот. В целом неплохо, неплохо. Верхогляд, скайгейзер, тиляпия. Ребятки вот ушли. Что-то непонятно, то ли они куда-то пошли вверх, то ли они куда-то пошли вниз. В общем, они тоже ловят. Вот. Ну, а мы, в общем, с Авей решили пойти вверх по течению. Там внизу все обловили. Дальше что-то не хочется идти. Вот. Хочется пройти чуть выше. Посмотрим, что там будет. Рыбалим, рыбалим дальше, ребятушки. Слушайте, вот интересно, промариновалась у меня мандулка в этом, это самое, в галпе, в этой жидкости вонючей. Эва, по идее, должна была впитать в себя весь этот компот. Ну, сейчас попробуем, если не зацеплю, тут вроде нормально. Поклевка хорошая. На мандулу, блин. Как вот не засеклась, вообще не понимаю.
Got a bite. Поклевка, ребятушки, хорошая была поклевочка. Там такой закуточек интересный. Я как остановился, как плесканулось там что-то такое. И поклевочка была. Он даже подснял приманочку. Не, не подсняла. Но тем не менее. Может, какие-нибудь зубки? Нет, зубок нет. Может, теляпия какая-нибудь. Но тем не менее. Catfish, yes. No, no, it's brown snakehead. Yes, boy. Yeah, boy. And I was just speaking to you about brown snakehead and whips. Oh, he's just in the corner for now. Woo-hoo-hoo-hoo! Yes! Yes! This is an absolute stonker of a fish on a light tackle. Wow! Yay! Yes, yes, yes. Yes. Ooh, look at that. It's a catfish. It's a catfish. It's a catfish. Come on. Yes. Look at that, man. Look. Ребятушки, это сом. Это тот... Они стали клевать, что я не понимаю. Это амурский сом маленького. Маленький, конечно, да, но... Таргет, да, есть! Well done. Yeah. Snakehead catfish. Check it out. I told you, man, the gulp. It hit him exactly maybe a minute after I just got the snakehead and I thought I had the catfish. There he goes, a more catfish. Bye-bye. There we go. Big brown snakehead. Gorgeous fish. Bye-bye. Ну что, ребяточки, это был галп от Беркли. По самам, само то. Ну вот и все, ребяточки, рыбалочка закончена. Савье. Ну, слушайте, получилось. В итоге амур-то взят. Ой, амур, говорю. Амурский сом-то взят. И, ну и, в принципе, исследовал новое место для себя. Довольно интересно все тут. Скайгейзер, так называемый верхогляд. Ну, там теляпия, понятно, это не очень интересно. Понятно, что здесь есть змееголов. Вот. Но главное, зачем сюда ехал? Зато и взял. То есть в этом плане, конечно, все довольно удачно. Так что всем, друзья, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в новых выпусках. Всем пока!